десятки, 10 чоловік, то не закроє. Груль має. А. Войт. Ты слышишь, Медве? Или не слышишь? Вот он тебе говорит, что-то пытается. Да меня не слышно, что ли, тебе было? Не слышно. Турбо выводи, потому что у него на магии КД. Он может пойти только палом. Этот, слышишь? Мужик, смотри, этот рейд получается более сильный, да? Просто я могу в более сильный зайти варом, а в более слабый магом. Да, и мне так кажется, нормально. Мне кажется, надо делать наоборот. Первый рейд должен проноситься очень быстро. Так что идем таким составом. Так, что там у нас по оку? Джурада может потанчить. Так. Ну, это как бы да. Тыкните, пожалуйста. Да, он уже в лого, я нахуй. Пойдем в лого. Да, блядь, я в соло танчу, погнали нахуй. Что, мне в ШП сейчас спекаться? Что, быстро убили? Не парится, что кто-то помрут. Так, пока. А, Мелиудас, это у нас Холи Паладин, правильно, да? Да. Мелиудас, он так, МП5. Хожу налево, касочка. Ой, кулачки, я касочки раздам, все. Остальным нахуй нихуя не надо бафать. Все здесь уже? Да. Почти, да. Бок растут, помидорка суманить. Последний остался. У Мелиодаса мод в 10 пишет. Где? Какой? Где он? Да, скорее снял я. Чё мне? Ну, хорошо, я вам просто поставлю. Всем привет. Здорово. Запускаю стрим, тогда поехали. Сейчас опять начнем. А, вот почему он был в муте. Он, блядь, в доту играл, ёпта. Я вспомнил, что я... Ребята, это моя гильдия, Мы сейчас идем... полностью охоту на сервере. Все понятно. Да, обратно. А можно его обратно замутать, пожалуйста? Я ничего. Я как бы не на стриме. Можно вырубить активацию голоса Мелиодас на стриме. Зачем? Он там хил. Он хил. Хреново. Thank you.
О, а чё так все дохли? Трэш войд забери сзади. Кто-то сарил моба, блядь. Так и чё, мне спекаться или слово? Слишком много ест. Это сова. Все сова. Что бы ни случилось, это сова. Не надо на сову наговаривать. Сова честный работяг. Тупо с завода пришел, блядь, драконов убить. Войд, ты чё там, соло потанчишь или кто-то есть ещё? Да успокойся ты нахуй, большого зацепляешь, мелких я, блядь, паладином забью на. У вот. Нас там хант внизу. Ребят. Призрак какой-то этот, хант, короче, вниз упал, и его надо сумонить, потому что если он пойдет, он сейчас соберет всех драконов. Лок, шкаф. Я случайно отрыв от моба нажал, и что-то у меня сюда, короче, но пока никого не собирал. Тут нет, шкаф. Дэз Винтер, хороший тык. Хо-хо-хо. Мне ну, давай. Здорово, народ. Вы на охоту? Да, спасибо. Да, есть место еще? Пошли на БК, нет. В втором рейде есть место. Все, на тебе танком или хилом возьмете? Я против. Окей. Я знаю всю эту хуйню с объединением. Нет, я знаю всю хуйню с объединением. Это хуйня с объединением, да. Если хотят, вступают так. А это. Нет. Объединять будут. А Ильди не Найт будут? Тем более, если Найт будут. А, по-любому, челики Ильича в хэме закрывают, блядь. Но это наиблуд. Я с другой стороны собираю и сводим в центр. Они переименовались. Я кидал, короче, ваншоты был. Там сейчас где лифт. Наиблуд это джоков люди ливнув. Давай, пан, подводи их сюда. Объединение гильдии у нас всегда плачевно заканчивали. Блядь, распадом гильдии. Они не упали позитивно. По большому играем. Ну так что, место будет? Или нет? Второй. Да, первый рейд. Второй когда будет? После раз. Примерно сколько это? 9 часов. Примерно. Даже где-то в, да, примерно где-то через 2-2,5 часа. Короче, в 9. Ну, где-то 9, полдесятого, да. Хорошо. Кому вступать хотел? Они к нам или мы к ним? Один. Одна хуйственно. Если они к нам, то в чем проблема? Просто больше народа. Больше народа, которые захотят, они не пойдут по нашей системе. По центру. В центр ушли. Ну, почему они ты хотят по своей системе? Сначала вдруг они согласятся. А че она не сидит? Еще. Большой. Потому что 42%, а не 40%. Войд готов, все 41%. Играйте пока в большом. Забирай. 5%. 0,5. Все. Пицца.
Забирай, забирай, забирай. Бокрус, отверни. Держи. Угу. Все, изи бризи, я же говорил. То есть я шамана поставил, не? Войд, крикнешь, когда антифир. Ну, уже можешь вешать. Поверь. Это, во-первых, если они будут даже объединяться, переходить к нам, либо что-то еще там против. Ну, он же не ГМ, по-любому. На, посмотреть. Я посмотрю. Че за рога, Ник? Ну, потом напиши, посмотрим. Ну, это ГМ, Найтблуду, фалёс, да. Да. Ну, но он один из главных. Он там. Я сегодня с Варом из этой гильдии в инсте Вэл пишу: Вар, что новая гильдия? Он пишет: гильдия новая, дырки старые. Пожалуйста. Просто, насколько я знаю, за весь мой, типа, за все время игры, когда были объединения гильдии, у нас всегда они распадались. Yeah. Так, что, мне в ШП спекаться? Мне это лично похуй, но я типа, ну, блядь. Нет. Я могу чем-нибудь помочь? Нет, у него вроде не было такого. Так у нас имх есть. Зачем вам три танка? Ну ладно, на первом боссе, блядь. Пан, давай Лока сейчас присумоним. Сумонишь. Напуливайте на нежный рог, он сдохнет, он ГП получит. 5000 нормально, косарь. Думаю, буду, да? Ну, для начала первая смерть косарь, потом 10к, потом 100. Все, пан, погнали внутрь, всех внутрь засунуем. Хуйня хер. Как самокритично. Это ну он что-то с... вообще что? Как-то плоховатый. Это, блядь, с босса нахуй. Пан, чё ты желтый ёбут? Блять, меня сбросился, я хочу. Ну-ка, да. Ну и честно, там хилить нечего. Он и... дал 6 раз свет небесный, 5 раз шок, 2 раза вспышку. Ну. Ладно, сейчас проверим. Ну, блять, если будет забивать на игру, значит покинет просто рейд, вот и все, блять. Проблем в этом нету, нахуй.
Или ты стримишь нахуй и как его, хилишь и выполняешь свою функцию холипала нормально, или, блядь, покидаешь рейд. Вот и все. Меняется тобой человек, который будет выполнять эту функцию. Ну. Не, если в натуре это тот, блядь, чувак, что я погоди. Был у него на стриме, но это говно. Ты меня слышишь? Я тебя, Ло, ты или отключаешь в Дискорде и ставишь на кнопку, чтобы тебя я не слышал твоего стрима. И как его, второе, или ты выполняешь функцию нормально холи паладина, или просто покидаешь рейд. А теперь выслушайте меня. Я хилил, я видел, что хватает хила, зачем мне лишнюю ману тратить, фулл хилов от хилил? Не, я не спорю, я сейчас посмотрю на твой хил. Посмотри без проблем, я же тебе ничего не говорю. Нет, все. Просто не надо лишние выводы делать. Вопроса нет, пожалуйста. Я тебе просто сказал, что будет. Если я тебя услышал. Я тебя полностью услышал. Кнопочку поставь, пожалуйста, на Дискорде просто. Кнопочка стоит, я после того, как вы сказали, поставили, ребят. Все, окей. Кого не присумонили? Плюсаните. А кто первый? Ну, кто первый цепляет, чтобы я не переагривался, что? Все здесь? Мидвей Конев. Вместо темной магии поставьте, пожалуйста, от огня. Пан, может, ты не больше покажешь? Карточка с огня выйдет. Да, нормально справится. Там посмотрим после смерти и все. Здесь. Сука, сало слоёное. Сами должны выполнять, мастер. Не забывай. Там кого надо размораживать? Нет. Сами к тебе побегу. Теперь да. Ну, тоже да. Все, отворачиваю от рейда. Прожми. У меня все тайминги с таким ДПСом сбились. Кошмар. Воздухе повеял ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибнете, герои!
И быстрее пойдем спать. Ух ты, блядь, тайна Маграна прохили. Вообще желательно. Лови Джерада. Там падает, значит. Я хорошо. А, щелкает. Ну, так что он, блядь, там какие бедовые. Полипал слакает тем, что он просто не отбежал. Так бы не надо было. Да. Вот еще один приз. А, нет, это не помидорками. А, не, это альтерака, блядь. Шейперсу. Шок контент. Ультра новый, только новинка. Я еще думал, его доты добьют и просто стал ПК, блядь. Бафань сейчас. Индюк тоже думал, блядь, в борщ попал. Кто на боссе? И это я буду отводить. А, у нас Джераксус, я какого хуя отхожу, блядь. Говоришь, карочка топ-хилл, да? Шейп, ты где? Да, поставь ГБ. Я слышал, у Вайда упал камень, да? Трюлик. Очка. Ахаха, блядь. Ко мне на присте лежит и что ли? Извержение даже не успело. Успело. А стаки, может, будут маги пожить, блядь, 70?
Мелизона засрана, чуть правее отходим. Да я слаб. Говоришь, карочка топхил, да? Не должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. Прям задело тебя это, да? Новый противник. Тотемчик. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную... Да ты надоел, алло. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Не знаю, как будто упал. Ну, роль ульты и альтерака, значит, по сути, ультераки. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой. Что, три танка или больше? Сарду! Пана есть еще вроде там. Опять будет притягивать этот хрен. Два мы убиваем звезду, да, получается? Холипал с танками стоит. Танки у кого контролит? Блин, хорошо просто. Тотем. Что тут? Рыбу поставил. Дякую. А то. А не было, по-моему, до этого. Чё вы тянете? Ну, зиган, кидайте, пошли. Я тянул, но она убежала. Диспелите точечно, шепе, диспел, диспел. Где там кружок-то, блять? Присты подходят в этот масс-фир, жмем, да и все, проблема-то. Боб по мастершам. Боб. Мне сало дали. Пока не могу использовать эту способность. Не сейчас.
Я уже тебе все надавал, нахуй. Да я дал отцу, нахуй, этому магу ебучему. Заебал. Печеньку-то, может, дали мне? Че дальше, че? По магу, по ШП? Вихрь даю, просто у него уже не лупает вихрь. Дальше. Ну, поле по... Маздистан. Я пока не могу использовать способность. Беги, малышка, беги! Дальше что бить? Луна. ШПшку убьем или магу? На мне эфир. Своебучий маг, на. По ШП играть. Притягивает всех. Можешь уже подводить похуй. Не уже не. Да, не даст нам нихуя. Они не хилятся, все нормально. Ладно, раздавайте просто мне все, там нету с собой. Да прекращай вихревать, нормально все там. Этот шейпер из Рейман. Че? Шакл не дезармится, вихря. Успокойся. Ну так все нормально. Помидор это слышал, меня пропустил сквозь уши, думаю, блядь, ну похуй, бывает. Пишет, ой, сказал, Шакул не дезармится. Не пуляйте, плиз, маны нету. 5 секунд.
Может, еще одно хилон спекнем на всякий случай, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что мастер и карточка жесткие. Дайте джиз. Нет, не надо никого спекать. Справа. Ну, давайте лучше еще одно хилон. В смысле, я молчал, так сидел. Да ладно, короче, чёт на пул, давай и погнали уже. Интересно, кто вот это вот сделал. Спулил сразу, без отчёта. А чё, Дживсом могут пользоваться только инженеры, блядь? Да. Дживсом, чтобы забирать банк. Вот это, блядь, наебал вона. Ну, я кресты танчу тоже. Видать, я тебя просто переагрил. У меня по 12к вылетает. Сейчас уже по 22. Я, видать, эти бафы набрал и на удар. Светлые переключились. Крест. Нихуя, я быстрая. Быстрая, как пуля дерзкая. Как... Не пизди, не дом. Пока я не начал хилить, то был без катания. Что сбейте, алло, роги. Хил, чуть не сдох. Говоришь, блядь, не настолько, блядь, это. Каких нахуй 4 хила? Ты паладин. Мы примем любой вызов. Да нормально по щелам у нас. Живые же все. Не факт. У нас пан хилит? У нас пан кидает желтую джагу. Какого хуя, я не знаю. Нет. Холипал больше. Холипал, пусть вешает. Пан, не вешай желтую. Пусть холипал. Но она разве не каждому, ну, типа нет, она нет. Типа сбивает? Она сбивает. Где этот сраный лич уже? Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. А его кто-то вообще запустил? Да. Базарят вроде. Ну просто у меня отключен чат. Вон у нас там, блядь, 10 есть свой. Другие вопросы и другие, блядь, извинения, конечно. У Райтрика есть свое, блядь. Он может только кидать желтую джагу, если в рейде нет холипала. И это никакие, блядь, слова не отмазывает просто. Мастер на холи пале? Нет, я на Ршан. На мобах кто у нас? Тараша. Согласна. Но вы прям поняли, что вы подписали себе оба смертный приговор, блядь. Понятно, да? Отправляй их на черную звезду, или как она, блядь, там называется. Да, блядь. Походу, нахуй, на темную сторону вас надо переводить, блядь, давно уже, нахуй. Чтоб вас ДК хилили, да? Угу.
А на нубе кто у нас сегодня? А, окей, тогда я просто скажу. Сверки сбейте, алё. Ну как обычно, да, тут их не 4, слава богу. Да, ладно так. Агро. Банзай. Моба. А ну что он закопался? Он закопался. Он переагрился, он закопался. Серки позбивайте. Он просто не успел дойти до меня, его уже это наполовину сгубили. Ну, не все там цель убегает. Сферы некому сбивать, блин. Я не на ШП. Кого? Только одного убили. Двоих. Кстати, Войд, глупый вопрос. А почему Бейл на первой фазе не сдали, чтобы переходки не было? Потому что я не хотел сдавать. И не было проанонса. Ага. И я вообще баловался когда-то этим делом. Окей. Войд, забери моба, блядь, он пиздит бедную сову. Сова нихуя не бедная, она жирная. Я извиняюсь, что он хотел. Он меня перехилил что-то. Шатра отставлю, ребят, сразу летим. О, Mountain Rona. Продам. Портал в шатрат стоит. Да, друиды носят древко, и древко обучается его на свете. Да хранит тебя свет. Король, да. Манзай с собаком, блядь, сроил меня с скипетрами. А может магика, а потом, бля, какая разница по пути все равно, не? Груль всегда идет первый в обычке, потом магик. В гели наоборот, сначала магик, потом груль. Почему? Потому что лететь по пути вроде как бы не возвращаться. Потому что когда ты, блядь, сразу летишь на остров, потом ты после острова летишь на груля. Там долгий бой и скучный, блядь. А после этого, после груля, ты сразу его нахуй убиваешь, блядь, и идешь нахуй в расслабоне играешь, убиваешь последнего.
Ванзай. Как с этого? По-моему. Маунт как с этого, как его? Как с того самого. Антиражик. Как с антиражик, конечно. Да-да. Синий. Голубый. Чек, кто напомнит, сколько у миликов кап на меткость ПВЕ? 8? 8%. Мне то мастерство, а нахуй перекап на роге то меткости, что за пиздец? Я в рейске вам покажу, как хилить. Я вам покажу, как танки нахуй не падают, бля. Ой, все, кто это сказали, не дай бог, не дай бог хоть одна смерть, нахуй, либо ХПС будет внизу, нахуй. Касать ГПС. А как и присты? Че, пошли в логово, там уже я сумон пошел. Киньте сумон ванзай, пожалуйста. Ну, потому что он нахиливает больше в этот, нахуй, чем... Нет, Тёма, его просто обновлять на ДД не надо. Ты кинул и забил хуй. Ну тогда и хиляешь, и все заебись. Так он отхиливает, кто рядом, блядь. Очень дохуя. Овер дохуя. А ничего, что я по оверхилу тебе еще раз говорю, хилил. Все на фулл хп было. Кого мне хилить надо было, ты мне объясни. Кого, блядь, все хотите тапочки, блядь, нахиливать, у которых хп нету, нахуй. Я хилю всех, у кого хп нету. Алло, очень закрыли мало свои рты, нахуй. Алло. Алиса тоже не врывается. Там просто попал. По факту никто не падает. Все, воет пуль. Как ты любишь. Чардж. Так, мне в ШП остаться или спекнуться? Делайте, что хотите, бейте, кого хотите, но я пошел курить. Так что хильте, кто хочет. Испулили, испулили.
Ничего не вызывает. Нормально должны танк, как главное захилить и все. Маунта сролливал и на радостях умер. Инфаркт схватил пацана. Погоди. Сейчас засуманим. Да, шкаф стоит. Уже суманим. Так суман-то еще висит. Все, норма тут. Здесь. Да, что-то сейчас? Блин, че за ЕП забрать можно будет? На пульте на друиде. Диспельте там с мага щит, но... Забирай, забирай, Джрада. Что, уже босс убить? Да. Джурана, подходи, килл Регу. Отводи оттуда этот, как его, короля. Отводи, отводи, отводи. Да, 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 отводи. Забирай. Он колдует, так что... Просто не бегает, если колдует. РДД, играйте уже по королю. Нихоль ТД, сводите их вместе. Свел я. Я из такой. Первый раз идем, блядь. Но это как бы не клиф, но только он перед этим идет. Удар по дуге, да. То есть клиф. Вихарь, Объясните, пожалуйста. Реснить. Ну можно и лизнуть. Ой-ой-ой. Токен, токен. Не тепли. Сразу не сказал, я бы тебя не дала. Что ты такая вредная? Спасибо. Они повернутся и ёбнут просто. Будут, но не шоты. Нет, они поворачиваются и просто бьют нах. Да? 240. Сильно нужен тот? 248, ну конечно, я же сет собираю. Буду лапой. Так он совша. Тебе приоритет не будет, это голова и плечи, это десятые, они больше тебе станут. А тело и ноги берешь Т4, руки за ОД.
Буду лапой. Кинь иннер по мастершам. Я уже столько мнений выслушал. Читать разучился, блядь. Ты знаешь, что я все блядники нахуй читаю, как хочу. Мистер Дайебатор, блядь, Климархи. Просто сова охуенно, блядь. Просто ты постригла тебя в ДД, еб. Какой-то говно медведь, смотрю на. А, я заметил, нахуй. Тоже еще один приписал себе смертный приговор, блядь. Я все записываю, ёпта. Он, видишь, сова, третье место был. Был. Это сейчас. А смотри, я говорю, рак какой. Бах, 45, нахуй, загрел. Убежал, бля. Нахуй покину. Я добегу пока. Он у нас зожник. Будем без тебя. Ты бафы только раздай. А то, бля, бдительность нах, накинет он мне. Каску по магам, пожалуйста. Я бы лучше на магу скинул. Отчет, отчет, да. Я прожму. Этот, пробафайте, пожалуйста. Вчера, да, в этом, даже будет, да? Стаминку, пожалуйста. Инту. Ага. Чё, я просто туда спят. Я готов. Так, да, только один хуй. Че, Гера? Блять, нахуя? Я тебя, сука, послушал. Ёбаный. Да, 25 секунд притягивал кем. Геру, блять. Шансунг нахуй. ГП, блять. Тот, кто нажал, тот и получает. Так вот, не надо говорить, что когда... Я просто автоматик, потому что Гера, все, Гера, блядь. Сказан, сделано. 3 секунды, готовьтесь. Аменджу набирайте. Нахуй я бабл прошел, пизду вас. 5 секунд, Гера проебались, сука, ебаный. О, я опять не сдохла, прикиньте. Ты пана подставила, все нормально. Но мне за вашу смерть дали этот честь. Не, по этот пана подставил я в бабле стоял, не похуй. Что не, я тоже почитаю. Я прошел, а поэтому я не сдох. Давай, альтерак, этот, резай, пан, топ ДПСера, еб. Ну, да уже не топ, да, но... Там медведь специально его подставил, не знаю. Нет. Да. Медведь паладинов ненавидят. Все, кто ниже второго места, не топ. Ха-ха-ха, может, ниже, кто ниже первого, еб? Ну ладно, ладно, уговорил, чё, блин. Окей. Все, кто, короче, на 19 месте по ДПСу топнут. Остальные так чушки ебаны. Ну, а зачем ты это сказал? Ты же не на 19. Да ты ж, сука, ты же меховая тряпка, блядь. Просто все 19 это уже идут. ДД. А 20 это там. Да пиздец. Да он, короче, полез этот, сумку ноутбука, блядь. Какой-то провод нашел. А что ты там прячешь вкусного, блядь, что он туда лезет? А, нихуя. Он просто туда лезет, и играет. Кота не наебать. Он просто себе нашел новый туалет. Не, нихуя. 10 секунд, вот так тебе. Ух ты, да, надо вот, вот так вот сделать. Иначе просто сдохну, блядь. Вот так вот, да? Вот и ну все куда. Бабла нету, да. Куда ко мне пошел, сука? За
зачем ты к магу подошел? Шам. Я же говорю, ну, блин, если, так, сука, убирай. Если бы я хотел ГП получить, я бы зашел. Ну, этот, как его, чтоб ГП получили, я бы зашел в центр, блядь. Потому что там слишком дохуя что-то народу было. А Гера есть кто-нибудь еще? Дайте Маса, Гера. Дай Гера. Пан еще просто прошел. Нажми Гера. Не жмешь. А, когда он? А что не отображается там? А, да, когда. В натуре я что-то против. Мы оба прожали Гера. Он собакам дает всегда Геру, блять. Все энхи дают собакам Геру. Ну разве пашет, не? Не, просто дают Геру для собак, потому что для он. Я говорю, они разве пашут на собак? Вроде же говорили, пофиксили это. На угнедного или менталя точно пашет. Смоните, да? Для чего в Долоран поставили? Чтоб доп ЕП не получить. Все получат доп ЕП, кроме магов. Уи! И шаманов. Давайте не будем, а то сейчас до престов дойдем и пиздец, не надо. Ну и конечно же престы, но... Короче, все не получают ЕП, кроме шаманов. Кроме слов. Кроме рок. А, мне позвались те, кто не умеет кидать ЕП. Роги раса нахуй. Роги раса или класс? Это раса. Вам просто не понять. Рог это состояние души, так же как и сова. Ну как гей, да, состояние души. Ну да, 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 что-то в этом роде. Примерно синонимы. И заметь, тут не было шутки про паладина. Паладины молодцы. Это ты по прошлому засекаешь? Чего 280? Я заливаю глаза керосином. Россия, пусть все горит, пусть все горит. Что за дичь?
Я! Я на кубе. Хожу налево, коня. Если я у ворот стану, нормально будет. В других местах меня выносят. Кто там загрел ты? Рада? Не, я его наверх поставил. Пан захотел съехать. Агрис другой. На пол давайте на медвея, пожалуйста. Смотри, если не прожмешь куб, не будешь папой. Тебя откусят. Уже поздно. Сансунг, этому человеку не надо говорить. Чё, я молча. Или кто это был? Бонзай. Бонзай, этому человеку не надо говорить. У меня шутки за 300. Блять, ты меня дружишь, что ли? А чё, продолжения не будет, блять? Как же там топ-рофл? Я трактористом сегодня буду, я, так что сосед у меня, да? Или как? Слева идите. Нихуя, тебя карочка перехилила. Она трактори. Ну, расставляй, сейчас мы добьем тут много. Ладно, сюрприз. Пан, аккуратно. Я сразу там того, кто не прошел. Кроме себя, да? Ну, вы запомнили этого человека, да? Напишу из заметки крысу. А можно? Да, я рыбу поставлю, пусть поедят вам. Так, Алиса комбат, твин крысы. Ага. Завязывай. Ну так что ты хотел бы сказать? Мишка или ДК? А Мишка или кто там? На медвея наполнену, если чё так. Давайте, давайте. Умрёт нахуй ДК. Шаману, который не прохилил. Хуи у меня. А чё ты так сразу, а? У тебя, сука, бабл есть, не прожал бабл нахуй КП. Я сальво дал. Оп, нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотел газ сбить, нахуй нажал первый. Мощно, блядь. Это я его научил, блядь. А кто там прожал? Я не помню, кто прожал Геру, блядь, этот, за 10 секунд до нажать, до активации сурка, блядь. Пусич. Пусич. А чё, не получилось, да, блядь? Это было ржачно, конечно, ну ладно. Босс кливит или нет? Нет. Нет. В один ватарь там бьёт. Офигеть, я впервые не у двери стою. Да, нахуй, Джурада пускай танчит.
кто бомжей сдал нахуй за 30 секунд активации, блядь? Ебать, у меня таймер нет, я... Я стою. Так я шинковал нахуй чат. Аск. Да еще Геру пишу. Давайте, да, давайте вторую Геру за пиздящим. Припоты сейчас самое время попить. Че, гимн на ХП? Сейчас дам. Скоро он кейстрит. Наебал мне даун. Куплю сальву по фурику. Точнее, боб. Хорошо. Куплю боб по медвею. 15-ка. Так, Рова. Мастер, сколько там? Я дал салю на всякий случай. У нас говно паладин 17 кадр. А, блядь, 14. Я в конце скину. А вот ската никогда не багает. Багает. Да-да. Она никогда не показывает натуральный депресс. Это говорят нахуй, только ваши гильдии в остальных гильдиях говорили обратно. Потому что они сирутся все. 10 секунд. Да я не знаю, у меня типа рекаунт просто набагался и тут. Прожали. Надо им пользоваться. Все прожали. Так он меня не отображается вообще. Уметь пользоваться. Еще раз говорю. Прописывать рекаунт. Шоу, блядь, когда и ты появится, он багает. Позыбись. Какая разница, скажи рекаунт, блядь. Мы все души РЛ вот. Большая разница между скадой и этим. Ну как? Рекаунт показывает в реальном времени, нахуй. Точнее, скада показывает типа в реальном времени, нахуй, но нихуя не так. Она не показывает потом после выхода с боя нормальные цифры, как рекаунт. У нее всегда занижены цифры в скаде. Иногда бывает, что наоборот завышены. Не, у скадио где-то 500 ДРС больше получается. 5 секунд. Кубы после откидывания. Готов. Прожали. Так. Доходит. По пол комнаты, да, он идет. Какой ты демон на ебе. Ну идем на вторую карту. Да, и у турбо у меня будет. Никакой второй карты. Да ну на. Да нет, РС-ку пойдем. Мы потом этот берем. Ёбана, я сейчас сдохну, да. Вообще. А Ромбик, умер, Ромбик. 7 секунд. Да я, если... Чё, а, да, всё, норм. Служи нахуй. Лол, он меня, значит, ёбнул. Прожали. Прожали. Фух, прям вот на последнюю долю секунды. Я пошел побить и сдох в огне, походу. Ну нахуй кто на кубах идут бить, че я мешать. Это даже не Герана. Почти побили рекорды.
Кому нужны два сердолика сумки, можете сумку Медуэ дать, он откроет. Он везучий. Он пиздит, на. Он в ГВ заберет. Там, кстати, нет. Башка, если кому надо, пусть возьмет. Волтер разобрал, на. Шансун, блядь. Ну чё? Чё упало? Два сердолика, нахуй! Ебать! Чё ты говоришь, медведь везучий? Ты просто, видишь, Медуэй сказала, ей повезло, нахуй. Она наебала вообще. Да, по-любому. Нет. В чате не вижу. Вот, ваша... Перекинь мне нашу ману. Я в Беларане открыла. Это вот. В ГБ. Репак на РСку будет, да? У меня плюсик на Кате появился. Всё, вторая категория. Блин, мастер. Скоро нахуй. Я забрал нагрудник. Я никогда две эти четыре не могу взять на палубу. На, грудак, бери. Ты где? Разу.